Сервис «Банк данных исполнительных производств» существует с 1 июля 2012 года. С каждым годом он совершенствуется и становится более удобным для пользования. Сервис позволяет узнать о задолженностях и содержит полный перечень исчерпывающей информации. Номер исполнительного документа, кем и когда выдан, сумму долга. Через банк данных можно также распечатать квитанцию для оплаты через банк и произвести оплату онлайн. Также такая возможность имеется у пользователей социальных сетей ВКонтакте, Одноклассники. И также существует приложение для мобильного устройства, которое можно скачать, установить, подписаться на, ввести свои данные, фамилия, имя, отчество, подписаться, и если в случае обнаружения, как это возбуждение исполнительного производства, приложение вас известит об этом. Получить сведения о ходе исполнительного производства можно в личном кабинете исполнительного производства. Для этого нужно предварительно зарегистрироваться на портале госуслуг Российской Федерации. Личный кабинет позволяет вести электронный диалог с Федеральной службой судебных приставов. Поступает квитанция и в электронном виде об оплате. Граждане активны. В нынешнее время очень этим пользуются. Если кто-то не может воспользоваться услугами в электронном виде, он может обратиться лично в службу судебных приставов по адресу улица Советская, 73, и произвести все необходимые операции. Ангелина Хабибуллина, Альметьевс ТВ.